Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontGun на Mercedes-Benz G-класс. В 463-м кузове установили головное устройство на базе Android от компании Taze. Планшет с диагональю экрана 9 дюймов. Ставят штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем в разъем. При желании данную рамку можно снять и либо обклеить, либо сделать аквапринт, либо перекрасить в цвет дерева, например. Адаптировали с подсветкой автомобиля, при включении габаритов автоматически регулируется яркость и включается подсветка сенсорных клавиш. Яркость можно регулировать вручную. Подсветка данной RGB, поэтому ее цвет также можно регулировать. В эту рамку переставляются кнопки, отвечающие за климат-контроль. Все работает, все функционирует. Также адаптировали с кнопками на руле. Можно регулировать громкость. И отвечать на звонки. Бардачок вывели дополнительные USB порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы сможете, раздав его со своего мобильного устройства. Здесь стоит акустическая система Harman Kardon, которую мы успешно подключили. Все работает. Подключили также камеру заднего вида. Штатная, она включается автоматически при включении задней передачи. Здесь вы получаете все преимущества Android системы, можно скачивать любое приложение из Play Market. Самое популярное здесь уже предустановлено, например, YouTube, Google Chrome, Яндекс Музыка, Яндекс Навигатор, Кинопоиск, интернет-телевидение, CarLink, это беспроводное подключение Android Auto, либо CarPlay. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Также здесь есть эквалайзер, вы сможете подстроить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана, можно одновременно запускать два приложения, например, YouTube и Яндекс Навигатор. Видео будет работать в движении без каких-либо ограничений. И также голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе будет работать. Все работает максимально быстро, плавно. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И также есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!